Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы рассказываем вам об истории Древнего мира. Меня зовут Антон Короленков. Тема сегодняшнего выпуска – борьба патрициев и плебеев. Эта тема – одна из самых сложных в истории Древнего Рима. Казалось бы, древние авторы изложили все достаточно ясно. В 510 году до нашей эры был свергнут последний римский царь Тарквиний Гордый. Поначалу патриции уступали плебеям, но вскоре после его смерти начали угнетать их налогами, не допускали к общественной земле, агер публикус, обращали в рабство за долги. В 494 году до нашей эры возмущенные плебеи решили переселиться на Священную гору, так называемая Первая Сецессия. Их удалось уговорить вернуться, лишь пообещав ввести должность плебейских трибунов, которые имели право налагать вето на решения магистратов, арестовывать их, а также заступаться за каждого конкретного плебея. Одной из форм борьбы плебеев стало их бегство с поля боя, им незачем было сражаться за такое государство. В 449 году они добились письменной фиксации законов, так называемые законы 12 таблиц. Но комиссия децимвиров из 10 человек во главе с Апием Клавдием отказалась вовремя сложить полномочия и якобы угнетала плебс. И ее удалось свергнуть лишь после того, как плебеи пригрозили уйти на Священную гору, вторая сецессия, после чего плебеям подтвердили их прежние права и пообещали, что решения плебейских собраний, плебисцитов, будут обязательны для всех граждан при условии утверждения их сенатом. В 445 году были разрешены браки между патрициями и плебеями. В 384 году герой обороны Рима от галлов Марк Малий Капитолийский возглавил борьбу против долговой кабалы, которая обострилась после войны с галлами. Он выкупал за свой счет из рабства плебеев, и его обвинили в стремлении к царской власти путем достижения дешевой популярности и сбросили с Торпейской скалы. В 367 году были приняты законы Секстия Лициния, согласно которым плебеев допускали к высшей должности, к консулату, а также к общественной земле агер публикус, которой прежде пользовались лишь патриции. Позволялось иметь лишь 500 югеров или 126 гектаров общественной земли, хотя эту норму никто не соблюдал. В 326 или 312 году было, наконец, отменено долговое рабство. В 287 году диктатор Квинт Гортензий подтвердил своим законом обязательность решений плебейских собраний, так называемых трибутных комиций, для всех граждан, причем на сей раз уже не требовалось утверждения их сенатом. Борьба патрициев и плебеев закончилась.
В этой картине много неясного. Описанные события изложены в трудах древних историков Диодора Сицилийского, Дионисия Галикарнасского, Тита Ливия, которые жили через несколько веков после окончания борьбы патрициев и плебеев. Да и самые первые не сохранившиеся до нас труды по римской истории, написанные греками, появились лишь во второй четверти III века до нашей эры, когда завершилась борьба патрициев и плебеев. Нет даже вполне надежных списков магистратов, поскольку знатные семьи старались приписать своим предкам больше консулатов, чем те имели на самом деле. Действия плебейских трибунов V-IV веков до нашей эры описывались по образцу событий гражданских войн. Так Секстию и Лицинию приписывалось то, что они 5 лет срывали выборы магистратов, а сами занимали свою должность 10 лет. Это очень напоминает Тиберия Грака, который, добиваясь принятия аграрного закона, опечатал казну, приостановил действие судов, да и то добился успеха лишь с большим трудом. Стоит ли говорить, что за несколько столетий до этого, когда Сенат пользовался много большим авторитетом, трибуну никто не позволил бы 5 лет подряд срывать выборы, а самим занимать свою должность 10 лет. Немало эпизодов борьбы патрициев и плебеев описываются по образцу событий греческой истории. Совпадают и многие даты греческого и римского прошлого. 510 год – падение тирании Писистратидов в Афинах и изгнание Тарквиния Гордого. 494 год – первая сецессия и подавление персами Ионийского восстания. 449 год – окончание греко-персидских войн и свержение власти децимвиров. Что же правда о рассказах античных авторов об этих событиях? Вероятно, прежде всего, общий фон – недовольство плебеев высокими налогами, долговой кабалой, недопущением их к фонду общественной земли. Скорее всего, историчны и те законы о даровании плебеям прав, которыми они пользовались и много столетий спустя. Надо думать, подлинные и рассказы о тех событиях, которые не находят аналогов в греческой истории. Например, сюжеты о бегстве римских плебеев с поля боя из-за нежелания драться за интересы патрициев. Ничего подобного в греческой истории мы не находим. Однако, почти все детали и хронология событий, скорее всего, являются позднейшей реконструкцией. Плебс победил. Однако плодами его успеха воспользовалась лишь его верхушка. Случай довольно частый в истории. Однако отмену долгового рабства и доступ к общественной земле дали кое-что и простому народу. Во главе с новой аристократией, нобилитетом, Рим начал восхождение к мировому господству. Всего доброго! Смотрите программу «7 дней истории». Сегодня мы рассказывали вам об истории древнего мира, а завтра вы узнаете об истории Европы нового времени.